Оля, всем привет. Работать сегодня для вас будет пара. Став хозяев. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав Наполи. В воротах Оспина. Куливали в обороне играет с Маносом. Бакайоко вместе с Пеней в центре полузащиты. Ну что, один в поле воин. Роберто Перейра. Фернандо Льоренте. Очень удачный подкат получился и может за такое дать желтую судья. Итак, самое начало матча, а рефери уже достает горчичник. Да, решил не шутить с самого начала и обозначает допустимый уровень нарушений. Похоже, сегодня нас ждет предельно чистая игра. Можно забивать. Как зарядил он. Мощь. Страшный по силе и точности удар. Как бы за пределы стадиона мяч не вылетел. Бакайоко. Через пас нужно от такого прессинга уходить. Жилинский. Всем привет. Работать сегодня для вас будет пара. Став хозяев. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав Наполи. В воротах Оспина. Куливали в обороне играет с Маносом. Бакайоко вместе с Пеней в центре полузащиты. Ну что, один в поле воин. Роберто Перейра. Фернандо Льоренте. Очень удачный подкат получился и может за такое дать желтую судья. Итак, самое начало матча, а рефери уже достает горчичник. Да, решил не шутить с самого начала и обозначает допустимый уровень нарушений. Похоже, сегодня нас ждет предельно чистая игра. Можно забивать. Как зарядил он. Мощь. Страшный по силе и точности удар. Как бы за пределы стадиона мяч не вылетел. Бакайоко. Через пас нужно от такого прессинга уходить. Жилинский. Всем привет. Работать сегодня для вас будет пара. Став хозяев. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав Наполи. В воротах Оспина. Куливали в обороне играет с Маносом. Бакайоко вместе с Пеней в центре полузащиты. Ну что, один в поле воин. Роберто Перейра. Фернандо Льоренте. Очень удачный подкат получился и может за такое дать желтую судья.
Итак, самое начало матча, а рефери уже достает горчичник. Да, решил не шутить с самого начала и обозначает допустимый уровень нарушений. Похоже, сегодня нас ждет предельно чистая игра.